Привет! Вы находитесь на канале Валентина Лайф, и сегодня мы с вами приготовим простой весенний салат. Для этого нам понадобятся вареные яйца, свежий лук, редиска и майонез. Все эти продукты мы сейчас миленько порежем. Все продукты мы порезали, и теперь все сейчас соединим в одной миске. Все продукты сложила в одну миску. Соль, перец ложите по своему вкусу, майонез. Все перемешиваем, и салат наш будет готов. Салат готов. Сверху его притрусила зеленью. Готовьте дома, радуйте своих близких. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч в новом видео.